я решил, что буду работать в «Алроса». Так, будучи 13-летним мальчишкой из Намского улуса, говорил Аял Егоров. В 25 подтвердил намерение дела. После окончания университета молодого парня приняли на работу в специализированный трест «Алмаз-автоматика». В этом году Аял стал начальником управления связи. И было очень сложно в первое время. Вот. А тут как раз вот эта программа. Ну, вначале я как-то там подумал, что это очень не вовремя, да, там, что сейчас как бы вот мне бы хотя бы вот влиться в колею. Там, да. Но потом как бы, я понимаю, что это как раз-таки было очень вовремя, наоборот. Потому что те навыки, да, особенно коммуникационные навыки, которые мы проходили, да, там, они потом мне пригодились, я их использовал. Аял Николаевич вместе с сотрудниками обеспечивает связь на всех объектах «Алроса» от Усть-Кута до Верхней Муны. Скайп, корпоративная почта, система электронного документа оборота и другие программы должны работать бесперебойно. Без них могут остановиться важные для компании бизнес-процессы. Ну, Аял Николаевич, он молодой руководитель с прогрессивными методами. Работа наша действительно сложна, так как эта служба, она круглосуточная, то есть мы должны быстро реагировать на все аварийные ситуации, либо предупреждать их. Ну, естественно, мы все работаем в связке, задействованы все специалисты управления связи и самой «Алмаз-автоматики». Для молодого начальника достояние «Алроса» стало первой обучающей программой в его карьере. Как признается Аял, зачастую молодым руководителям не хватает опыта управления процессом и сотрудниками. И такие программы дают им бесценный опыт. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».